комментарии к Экклезиасту, к Коэлету, видите? Так что, скорее всего, что мы начнем изучать все-таки еще раз повторно Коэлет, то есть мы закончим где-то Рош а-Шана. Знаете как, знать Тору и читать книги – это разные вещи. И мне кажется, что даже несмотря на то, что мы уже изучали, но, во-первых, у нас есть удобно очень, есть бот в Телеграме Экклезиаст, Коэлет, можно повторять. И то, что мне стало и раньше было понятно, но сейчас стало уже понятно окончательно, что самое главное – это не просто ознакомиться, да, ознакомиться с какими-то книгами, да, прочитать, как вот мы сейчас прочли эту книгу, да, действительно, многое становится понятнее. Но от понятнее до Тора, до записать на скрижалях своего сердца, как царь Соломон говорил, да, в притчах, он говорил, что «катвем аль луах либеха» – «запиши слова Торы на скрижалях своего сердца», «кашрем аль гаргаратеха» – «завяжи их на свое горло». Или же в другом месте он говорил, там же в притчах, «кашрем аль эцбаатеха» – «завяжи их на пальцы свои». То есть слова Торы, они должны быть частью мышления. Вот человек, который, например, вот он думает, сидит, он думает. Вот я помню, вот сейчас я хотел просто сидеть, он думает, хотел задать вопрос, да, вот, что делать? И у меня сразу всплывает фраза, какая? Вот задайте себе вопрос, что делать? Вот я вам задаю вопрос, что делать? Что будем делать? И у каждого всплывает своя внутри ассоциация. Вот у кого какая ассоциация всплыла сразу? Что будем делать? Да? У кого какая ассоциация всплыла? Значит, у меня ассоциация вдруг вообще непонятно, что-то хочется и не знаю кого. Почему это всплыла ассоциация? Откуда она у меня в голове? Зачем она мне нужна? Это ассоциация, которую я последний раз в школе, наверное, думал. Или в институте, да? А вот она в голове живет и летает там. Летает, значит, в мыслях. Летает, летает, летает в подсознании. Потом вы задаете вопрос. Или не задаете вопрос. Человек сидит, смотрит в окно. О, погода не очень. Не очень, и жизнь не очень. Одно за другое, да? То есть мышление, оно состоит из набора программ. У меня сейчас есть один клиент, с кем я занимаюсь индивидуально в коучинге. Так он говорит, у него очень было раньше депрессивное мышление. Он, когда ко мне пришел, он был на таблетках, у него было очень-очень тяжелое, психологическое состояние. Мы с ним прошли 10 недель цикл, вот вчера как раз мы закончили. Я его спрашиваю, как у тебя вот сейчас, говорю, состояние? И он очень красиво сказал. Он говорит, у меня сейчас ощущение, что мы в мыслях построили сад, новый сад. Вот мы его засеяли новыми, там, десятью шагами к счастью. Мы его засеяли, мы его как бы все подстригли, все аккуратненько. И теперь мне надо ближайший год за ним ухаживать. Не надо ближайший год за всеми этими вот десятью как бы шагами, к счастью, 10 программ мышления таких, не нужно прям постоянно за ними следить. Это как чистить зубы. Потому что, говорит, как только я перестаю за ними следить, я тут же скатываюсь в свое старое мышление. И он говорит, я сейчас придумал себе такую штуку, у меня когда звучит в голове, кстати, негативщина, я говорю, я тебе не верю, это старый я. Я тебе не верю, хватит, типа, все, значит, так он с собой вот внутри разговаривает. Я тебе не верю, он говорит. И переключается на новое. И вот наша задача, так как мы изучаем Тору все-таки, и уже у нас собрались, мы уже не просто так, я смотрю, вот, например, Маргарита часто приходит на уроке, Лазарь, Франсос, то есть очень сложно выговорить фамилию, Франсос. И Оксана Д. и Юлия Пащенко тоже уже как бы приходят на уроки не первый день. То мы уже, значит, можем действительно более профессионально подойти к Торе. И не просто быть зрителями, а все-таки постараться слова Торы включить в этот свой внутренний сад. И сегодня нам станет понятно, почему. Вот Дамир Паркер вообще уже больше 5 лет ходит в данном роте. И надо понять, зачем нужно вот эти вот слова Торы. Причем желательно, вот я думаю, мы этот раз... Коэлет очень короткая книга. У нее всего 244 отрывка. То есть 12 глав, и в 12 главах в среднем есть коротенькие главы, плюс-минус по 20 отрывков. Всего 244 отрывка в Экклезиасте, если я правильно помню. Сейчас я спрошу GPT-чат, знает он это или нет, интересно, GPT-чат. Сейчас узнаем, знает ли GPT-чат. В Экклезиасте Коэлет 12 глав. Значит, книга написана в виде размышлений и соблюдения о смысле жизни. Если речь идет об отрывках или разделениях текста, то традиционно книга не делится на определенное количество отрывков.
но может быть разделена на стихи, которые в книге насчитывается, я ошибся. Представляете, я сказал 244, а на самом деле 222. Так пишет GPT-чат. 222 отрывка. 12 глав, 222 отрывка. То есть, если, например, учить по одному отрывку в день и добавлять, и повторять, и добавлять, и добавлять, и повторять, то можете себе представить, всего лишь за 222 дня можно изучить наизусть Коэлет, Экклезиаст. Если изучить наизусть Экклезиаст, вот, может быть, такую цель поставить на ближайший год, сейчас мы как раз к Рош ха-Шана приближаемся, то получится, что самые глубокие размышления царя Соломона о жизни, самые глубокие размышления его о структуре реальности можно будет записать на скрижалях своего сердца и завязать на горле своем, потому что учить наизусть – это как раз произносить вслух. И что тогда получится? Получится, что у нас будет, например, на уроке 222 человека и 222 царя Соломона. То есть в мире появится 222 в каком-то аспекте носителя мудрости царя Соломона. И мне кажется, это будет очень интересный экспириенс, да? То есть прям такой, если в Рош ха-Шана попросить у Всевышнего этот год, чтобы он дал этот год возможность выделять там по 15-20 минут в день на изучение и повторение мудрости царя Соломона, то я думаю, что Всевышний даст силу, ресурсы, и это будет очень интересный эксперимент. Хорошо, мы должны закончить книгу, то есть надо начинать заканчивать. Там осталось совсем чуть-чуть, я думаю, что мы как раз в Рош ха-Шана закончим. И интересно, что эта книга, она заканчивается, последний ее отрывок, это последний отрывок из Коэлета, из Экклезиаста. И она заканчивается, в конце концов, все станет известно, поэтому страшись Всевышнего, соблюдая его заветы, потому что в этом вся суть человека. Значит, мы сейчас читаем как раз последнюю 28 главу книги «Пути праведников». Она называется «Страх перед Богом» и «Ират Шамаем». И вот мы сейчас изучаем эту книгу, и она заканчивается последним отрывком из Коэлета, и мы начнем Коэлет. Все-таки не зря вчера купил, смотрите. Коэлет, свиток Коэлет Шлома Авина, раввин такой, да? Дальше. Книга Коэлет Рав Замир Коэн. Это раввин, который и Дабрут, один из самых сейчас известных раввинов Израиля. Его комментарии. И эта книга очень интересная. Значит, это Рав Штейнзальц. Но его книга, его комментарии очень интересные. Знаете почему? Он единственный с картинками. Потому что обычно все комментарии, которые без картинок, а он единственный делает с небольшими картинками. Если встречается какое-то слово или как-то, что он может объяснить с фотографией, вот здесь он объясняет отрывок, и встает солнце, и уходит солнце. И он вот, он единственный показывает, что вот царь Соломон, когда говорит, встает солнце, он делает картинку восход солнца, да? Заходит солнце, зашло солнце. Анахарим Олхим Эляям. Рети входят в море. Оп, он делает, как рети входят в море. Ну и так далее. То есть в некоторых очень местах он дает иллюстрацию каких-то слов. Вот, например, ни в одной, ну, в книге комментарии к Торе обычно без картинок. Например, царь Соломон говорит, я насаживал виноградники и сады. И он делает картинку, видите, картинка такая, вот это виноградники так выглядят, а вот так выглядят сады. Делал я бассейны воды для того, чтобы поливать вот эти вот все растения. И здесь находка, которая 1380 год перед Рождеством, то есть это получается 3380 лет назад, вот эти вот раскопки здесь в Израиле, которые делал царь Соломон. И вообще удивляюсь, когда у кого-то в голову приходит, что Израиль это Палестина. Израиль это Израиль. Вот царь Соломон, здесь все написано, нарисовано, древние карты, все понятно. Значит, мы будем изучать Экклезиаст, и кто хочет, может учить наизусть. Это будет просто удивительное будет. Ну, если вы сможете, то это будет... Я постараюсь, Блинедер, вот я постараюсь выучить Экклезиаст наизусть. Фамилия раввина Штейнзальц, рав Штейнзальц. Хорошо, значит, двигаемся дальше. И вот говорит автор этой книги, что написано в Торе «Всевышнего бойся, и ему служи, и к нему прилепись». Это очень удивительно само по себе выражение, как, ну, Всевышнего бойся, мы сейчас изучаем, как Всевышнего бояться. Есть страх наказания, а есть трепет перед величием. Значит, высшая форма – это трепет перед величием, когда у человека дух захватывает, когда он стоит под цунами. Не то, что
он боится, он просто, или там он смотрит в космос открытый, или он смотрит, это всего лишь космос, а это Всевышний. То есть это Ират Шамаем, это трепет вот перед величием Всевышнего, а страх перед Богом, это страх наказания, что если я нарушаю волю Всевышнего, то значит может что-то случиться, и это действительно так, может случиться. То есть не надо говорить, что типа ничего не случится, значит, может случиться. Нарушающий волю Всевышнего, он обязательно споткнется. Это как плевать против ветра. Ведь воля Всевышнего, она для людей. Если ты нарушаешь правила дорожного движения, то есть большой шанс попасть в аварию. Если ты нарушаешь духовные законы и запреты Всевышнего, то есть не просто шанс, а есть гарантия попадания в какие-то жизненные аварии и передряги и так далее. С этим более-менее понятно. Написано в Торе: «Всевышнего бойся и ему служи». Что такое «служи Всевышнему»? «Авудат Ашем». «Лявот лекадош баруху». Раньше было «Авудат Ашем» – это жертвоприношение. Жертвоприношение – курбан. Вот на иврите слово «курбан» – это жертвоприношение. Слово «курбан», оно состоит из такого, как корень этого слова «лит карев». «Карев» – это то, что приближаться. И вот, значит, получается так, что человек, который приносил жертвоприношение в храме, то он, получается, что он делал? Он приближался через это ко Всевышнему, служение. Мудрецы сказали в Талмуде, что в наше время, когда нет жертвоприношения, то служение – это молитва. То есть, когда ты молишься Всевышнему, то ты к нему приближаешься. Это служение сердцем. Теперь что получается? Давайте посмотрим. Значит, когда Бога бойся, то есть вот это состояние включения эмоционального в контакт со Всевышним, то есть можно интеллектуально читать про Бога, да? А можно эмоционально включиться в контакт со Всевышним через самую сильную эмоцию, которая называется страх. Страх – это самая мощная эмоция, которая мощнее, чем все остальное. Теперь получается, что Бога бойся, человек включился, он эмоционально вошел в контакт со Всевышним. Ему служи. Служи – это в этом контакте что делать? То есть мы можем только у Всевышнего или его благодарить, прославлять, или его просить о чем-то. Вместе это называется молитва. Молитва – это благословлять, благодарить и просить. Благодарить и просить, благодарить и просить. Это как раз момент, когда у человека страх перед Богом, то это лучший момент для того, чтобы соединиться со Всевышним через служение Всевышнему, то есть благодарность и просьба. А третье, что здесь написано, к нему прилепись. Как к нему прилепиться? Вот как к нему прилепиться, если Всевышний не может человек соединиться со Всевышним и остаться жив, потому что Всевышний это не может выдержать человек вот этого контакта со Всевышним. И вот на это тоже есть очень хорошее объяснение, комментарии. Есть люди, которые в разной степени они связаны со Всевышним. Вот я сейчас читал одну книгу, которая был такой Саба из Навардака, его звали, Рав Йосеф Юзель Уровец. Гуровец. А значит, он жил в 1927 году, он умер в Киеве как раз. И он был великий-великий раввин, праведник, ну, уникальнейшая личность. И он 1,5 года, он был отшельником вообще. Потом, нет, книга на русском, это есть книга на русском. Значит, он был отшельником, и 1,5 года он не выходил из дома. Потом он вышел из дома, открыл там много ешив. Потом на 7 лет он опять ушел в отшельничество, жил в лесу, в маленьком домике, только появлялся там на Йом-Кипур, на синагогу. То есть у него была работа над собой. Потом он вышел и открыл там в течение буквально нескольких лет революция, Первая мировая война. Ему вообще он был вне реальности. Он открыл около 100 ешив. Открывал, ездил при каждой синагоге, ешивы, ставил своих учеников, сам ездил везде, проводил лекции. То есть все, кто его видели, один там был человек, который давал ему деньги, очень богатый человек, а он ему давал, а остальным не давал, раввинам. Ну, давал по чуть-чуть. Его спрашивали, почему вы ему даете, а нам нет. А он говорит, вы понимаете, вы хорошие люди, святые, там, учите Тору, все. А он говорит, он ангел просто, в плане чего? Для него не было реальности, он отказался полностью от имущества. Он жил вне реальности, то есть он был человеком, который полностью каждую секунду своей жизни он посвящал Всевышнему. И тот говорит, я когда был с ним встречался, этот, ну, богатый человек, этот, который был,
Он говорит, меня просто накрывало вот, ну, совершенно другое состояние. Это, ну, тяжело объяснить словами. Так вот, когда говорится в Торе «к Богу прилепись», имеется в виду, к Богу прилепиться нельзя. Но есть люди, которые посвятили себя святости, для которых святость является их единственной целью в жизни, единственным занятием в жизни. И вот когда есть возможность, мне повезло, что я учился у такого человека, Равицкак Зильбер. Кому-то повезло, кто-то видел и учился у Любавического Рэбе, например. У кого-то сейчас есть какие-то учителя, раввины, которые святые люди, да? И вот прилепиться к Богу – это находиться в пространстве, прилепиться, присоединиться к вот таким людям, которые, они присоединены ко Всевышнему. Это вот так объясняют это место, потому что иначе ему нет объяснения, как к Богу прилепиться, если Бог непостижимый, то есть это непонятно. Хорошо. Теперь, значит, эти строки дают нам понять, что евреи, народ Израиля, которые получили Тору, поклялись ее соблюдать, они обязаны стражиться Всевышнего, изучать его законы, исполнять его заповеди. Значит, еще раз хочу, чтобы было понятно. Были три великих человека. Авраам, Ицхак, Яков. Это были великие праведники. Они полностью самоотверженно прилепились ко Всевышнему на том уровне, соединение, на котором человек, в принципе, максимум, ну вот, максимальный уровень, который человек может достигнуть, находясь в человеческом теле. Всевышний сказал, что от вас пойдет народ, которому я дам Тору. Ведь для того, чтобы этот народ появился, нужно было 210 лет тяжелейшего рабства, в котором полностью стиралось как бы эго, да, что такое рабство? Это у человека нет своей воли, у него нет ничего своего. Он делает то, что ему говорит хозяин. Нужно было вывести вот такой вот селекция, да, вот такой народ, которые обладали генетически данными Авраама, Ицхака и Якова, которые самоотверженно подключились ко Всевышнему, пожертвовав всем, что у них было в жизни. То есть для них, кроме Всевышнего, не было никого. Потом нужно было... У меня был всегда вопрос, а зачем Всевышнему нужна была вообще вся вот эта история, чтобы... Там рабство, 400 лет изгнания в начале, да, от рождения Ицхака до исхода из Египта прошло 400 лет. Но тяжелого рабства там было 210 лет. Зачем Всевышнему нужно было эти 210 лет рабства? Потом нужно было 40 лет вот эти вот блуждания в пустыне. Зачем это все было? Мне один раввин ответил такую интересную идею. Он сказал так, что вот именно Всевышнего интересует все человечество. Все человечество это... Осколки одной души, как осколочки одной души первого человека Адам Ришона. Был первый человек, с которым Всевышний должен был соединиться, не получилось. И дальше пошла вся эта история, в которой мы сейчас все присутствуем. И вот в каждом есть осколок вот этого души первого человека. Но нужно определенное количество, вот как сказать, например, как вообще определить, человек праведник или неправедник, да? Вот как определить? Если человек, он делает, например, сегодня, в течение дня он делает 80% правильных вещей, а 20% неправильных. Он праведник или нет? Вот если у нас есть только два определения, праведник, неправедник. То есть если мы посчитаем, что только 100% праведник, так праведников нет. Если мы посчитаем, что праведник это большинство действий, тогда он после 51% становится праведник, который иногда делает плохие, неправильные поступки, да? То есть само вот это вот определение, оно, ну, очень в этом мире растяжимо. Праведник, неправедник, правильно, неправильно. И вот нужно было, как сказал мне этот раввин, чтобы было именно 600 тысяч, как количество букв в Торе, по каким-то там космическим и духовным законам, которые мы не видим, как программный код работает. Человек заходит, не программист, видит какие-то закорючки. Он одну закорючку убрал, все, значит, компьютер не работает. Он говорит, ну слушайте, я одну закорючку убрал, ну просто мне вот не понравилось визуально, как этот код выглядел, да, программы, там, знаки, знаки, знаки какие-то. Ну вот мне визуально показалось, что будет более гармонично, если я два знака уберу. Ему говорят, а че ж ты два знака убрал, теперь, значит, компьютер не работает, все. И вот, значит, он мне объяснил, что нужно было, чтобы было именно 600 тысяч, и эти 600 тысяч должны были стать в момент дарования Торы, как человек один. Там прям в Торе написано, когда они стояли возле горы Синай, они были как один человек, как одно сердце. То есть у них полностью исчезла
индивидуальное различие, то есть эго у них исчезло. И они, значит, сказали на Асема Нишма, все сделаем, и потом будем только узнавать, что делать. То есть мы настолько готовы принять волю Всевышнего. Как знаете, у меня сейчас пришла такая метафора. Человек жене говорит, там, ты выйдешь за меня замуж? Она говорит, да. И в горе, и в радости, и везде, и везде, и везде, да-да-да. Ты клянешься, клянусь, и в горе, и радости, и везде, везде, везде. То есть люди, когда женятся, они клянутся друг другу, что, ну, или собираются жить вместе всю жизнь. Но потом проходит несколько месяцев, и вдруг у них возникает какой-то конфликт. Они же только что клялись жить все время вместе. Какая разница, кто выкинет мусор, или кто будет там мыть посуду, или кто еще что-то сделает. Но вдруг у них происходит переоценка ценности, восприятия, и они там через 10 лет, или через 20 лет, или через 30 лет совместной жизни расходятся с большим скандалом и с ненавистью друг к другу. То есть тот момент, когда они принимали Тору, он был моментом полного слияния, полного соединения, полного растворения во Всевышнем, полного искреннего обещания, клятвы принимать Тору. Вот этот момент, он повторяется в каждом поколении, потому что люди, которые проходят гиюр, они проходят тот же самый процесс. Они становятся сыновьями Авраама, да? То есть, когда человек, который принимает гиюр, он становится евреем, то он его вызывает в Торе сын Авраама. То есть, они там вот говорят, там, в Торе вызывается, например, там, Слава сын Авраама или Андрей сын Авраама. Ну, обычно берут еврейские имена, но теперь я знаю конкретно, лично, например, одну девушку, которая когда-то прошла гиюр, вышла замуж за еврея. После этого она с ним разошлась. После этого она сняла с себя все вообще кошерное, что только, ну, что вот все, ни намека даже не осталось на то, что был в ее жизни период, когда она поклялась соблюдать все заповеди и обещала лично. Это не то, что там, когда человек родился евреем, то он говорит, ну, поклялись они, ну, что делать? Значит, меня-то эта клятва не обязывает. Это удивительный вопрос, который задал Дон Ицхак Абарбанель. Он говорит, а почему это, говорит, евреи обязаны соблюдать заповеди, которые поклялись соблюдать 3000 лет назад их предки? Он говорит, разве клятва-то другого человека обязывает? Не обязывает, меня не обязывает клятва моих родителей. Знаете, как придет кто-то завтра к вам, скажет, вы знаете, ваш дедушка поклялся, что вы мне дадите $1 000 000. Вы скажете, ну идите к дедушке. Нет, дедушка уже умер, но вот он поклялся, вот даже он написал, что мой внук, который пока не родился, правда, на тот момент еще, или правнук, он обязан отдать $1 000 000 и работать у вас всю жизнь возницей. А уже прошло 100 лет, уже нету даже лошадей. Нет, все, клятва написана, работай возницей. Он задал такой вопрос. На основании чего евреи обязаны соблюдать заповеди? И в Торе написано, будете соблюдать, будет все хорошо. Не будете, не будет. Так он ответил на этот вопрос так. Он говорит, действительно, клятва тех, которые стояли возле горы Синай, не обязывает. То есть ни по одному закону нет обязательства, значит, соблюдать заповеди, потому что дедушка или прадедушка поклялся. Хотя, давайте я сейчас его закончу объяснение, это Рав Дон Ицхак Абарбанель, а потом скажу другое объяснение. Он говорит, но есть закон в Торе, по которому раб, который находится в рабстве, он сам не может убежать из рабства, он будет тогда беглый раб, то есть он свой статус сам поменять не может. Его может отпустить только хозяин. Теперь, если хозяин его не отпускает из рабства, то он, его статус всегда остается беглый раб. Его дети, они тоже рабы. Теперь, когда Бог вывел еврейский народ из египетского рабства, то он сказал, прямо в Торе написано, рабами вы были в Египте, теперь вы рабы у Бога. И они сказали, да, клянемся, что мы рабы были в рабстве в Египте. Конечно, лучше быть рабами у Бога, чем быть, значит, в рабстве в Египте. Понятно, ты нас спас. Ты нас, вы все, значит, и плюс это Тора, это же отлично быть рабами Бога, всего-навсего, там, 3 раза в день помолился, мужчина там, тфилин одевает, шаббат соблюдает, Тору учи, значит, все, никаких проблем, клянемся, мы рабы. Он говорит, поэтому все поколения это дети рабов, и а раз дети рабов, то раб, он обязан хозяину, поэтому еврей, который родился, и он обязан соблюдать заповеди именно по закону рабства. Он раб Всевышнего, потому что он сын раба от
раба Божьего Моше Рабейну. Моисей, он был тоже рабом Всевышнего. Это очень большой статус, быть настолько близким, чтобы все время выполнять работу. Теперь дальше. А Раши объясняет не так, Рабейну Шлома Ицхаки. Он объясняет не так. Он говорит, что тот, кто родился евреем, он обязан соблюдать заповеди, потому что его душа стояла возле горы Синай. Что он не зря родился евреем, то есть его душа, которая была опущена в этот мир, именно в тело, которое произошло от матери еврейки, это просто происходит не случайно. Значит, эта душа, она там стояла, в предыдущих воплощениях она не справилась. И сейчас эта душа, значит, она должна выполнить дневной свой жизненный путь, пройдя вот это вот определенное количество заповедей. И также объясняют, что те души, которые присоединяются к иудаизму, они на самом деле это те же души, которые тоже стояли у горы Синай, и они сейчас возвращаются, пройдя через какие-то там много разных воплощений, они возвращаются. Так есть тоже объяснение. Но мне нравится больше техническое объяснение, что тот, кто родился раб, он должен служить. Он не может снять себе рабство. У него нет по закону права убежать. Поэтому тот, кто родился евреем, обязан соблюдать заповеди. И это тот, что здесь написано, эти строки дают нам понять, что евреи обязаны страшиться Всевышнего, изучать его закон, исполнять его заповеди. Потому что благодаря страху перед Всевышним они будут заниматься учением и исполнять его заповеди. Без страха они не будут. Занимаясь изучением его закона, поймут его смысл и что есть в нем нового, и научатся познавать Всевышнего. Постигнут его силу и мощь и величие, и его великие ужасные и чудесные творения. Как сказано в псалмах, говорите Всевышнему, как страшны творения твои. И написано, славлю тебя, потому что удивительно устроен я. Чудесные деяния твои, душа моя знает это вполне. Это псалмы, Тейлим. И написано, приходите, сыновья, слушайте меня, научу вас страху перед Всевышним. Это как раз тоже псалмы, 34-й псалом. Все, значит, мы поняли, что без страха ничего не будет без страха. И страх – это основа эмоциональной связи со Всевышним. Опять же, есть другая эмоция, есть эмоция любви. Для того, чтобы прийти к этой эмоции любви, которая намного приятнее, чем страх, нужно быть благодарным. Но так как большинство людей в момент, когда у них все хорошо, они забывают про благодарность, то они в этот момент через, к сожалению, эмоцию любви не приходят ко Всевышнему. Поэтому Всевышнему приходится давать нам всякие неприятности, чтобы мы страшились и страха, больше шансов, что мы вернемся ко Всевышнему. А для чего это нужно? Чтобы выполнить свою жизненную миссию, и вот как раз сегодня мы про это не успели прочитать, чтобы реализовать потенциал своей души, потому что потенциал тела – это не для этого человек родился, чтобы кушать, пить, заматывать себя в тряпочки разного цвета. А человек родился для того, чтобы реализовать здесь великий потенциал своей души, соединиться со Всевышним, и получать наслаждение от общения с Богом. Все, всем удачи, успехов, чтобы был хороший день, чтобы с Божьей помощью Всевышний наполнил запросы нашего сердца, чтобы мы были ему благодарны за все, и чтобы вместо того, чтобы просить у Всевышнего о том, чего нас не хватает, мы все время благодарили его за то, что у нас много хорошего. И, конечно, лучше, то есть, как бы результат один, быть на контакте со Всевышним, просто или идти через недостаток или идти через благодарность – это выбор человека. Спасибо Всевышнему, всем удачи, успехов. Спасибо вам, что вы приходите, поддерживаете, учите Тору. Все, спасибо огромное и с Божьей помощью встречаемся завтра.